ты не из России, да? А, из России. Из России, да? У тебя акцент просто такой сильный. Не знаю. Тебе не говорили об этом? Да что ж такое? А, ну говорили. Да? О, вот сейчас прям подлагнуло. Май? Да. Сейчас. Чуть-чуть подальше встану. Готов? Да. Ага. Май? Твои? Готов? Да. Один из пять. Ну, в принципе, ничего. Так, давай я скриншотик сделаю. Ага, готово. Рематч? Ага. Давай вторую. А, твой так, мое. Ох. Стоп, вот это был фол. Не знаю, сетка, наверное. Бывает такое, да? Да. Твои? А, твои. А, мои, да? А. Ужас. Да что такое, прям? Ну это... Ого! Только ты не подыгрывай мне. Не подыгрывай. Нет, а тут... Че это подача? Давай, будем пробовать. Да что такое? Странно, все было нормально. Ах. О, блин, а я думал промажешь. Давай, вторая. Точно не подыгрываешь? Ой, извини, ты не готов, наверное, был, да? Да нет, у меня просто прям в этот момент Steam сообщение. Подлагнул? А, ну давай я это... А, подожди. Давай, жду. А так. Ох, закрут был. Ага, твой. Эх, чуть-чуть, а? Mm-hmm. Так, мои. Матчпоинт. А, ну мы до трех. Ну да, но это матчпоинт, в смысле этот. Поинт именно этой. Этой. Этого матча. Так, я думаю, мне суперсэмпл нужно понести. Ну давай, у меня 1.5, в принципе. Так, ну я цепь нажимаю, ты там как будешь готов. Давай. Ага. Сетка. Блин! Ну это жестко. Давай, твоя вторая. О! Блин, обидно. Обидно. Готов? Да. Блин. Фол. Это сетка была, я увлекся. Готов? Блин. Надо научиться в Элеоне подавать. Давай. Сетка. Так, ну пока все плохо, давай сосредоточимся. Сам себя обманул. Моя вторая.
меня чуть-чуть бит. По-то почему? В смысле? По мячу, но они долетают постоянно. А, понял. Давай, вторая твоя. Чуть-чуть, знаешь, подладивает, прям вот. Бывает. Ну это, конечно, такое себе. Ну надо шить одно очко, а. Блин. Да, матчпоинт. Сам себя переиграл. Так, ладно. А, так, 3-0. Да, 3-0, первый сет. Вот, чё, погнали второй? А, ну да, можно размяться сейчас. Давай, с удовольствием чуть-чуть. Я вот, мне кажется, мне стол надо чуть подстроить сейчас я. Давай попробуем. Видишь? Такое ощущение, что сила, странно. Что-то вот немножко не то. Давай просто разомнемся сейчас. Вот чуть-чуть подладивает. А у тебя нормальный сигнал? А, ну у меня тоже немного так. Немножко подладивает. Ну, в принципе, играть можно, да? Да. Угу. Ах, суперка. Ох. Ой. Все, давай, последнее вот это вот. Да нет, в принципе, нормально. Я чую просто, что мне побольше тренироваться надо. Существенно. Сколько готов? У тебя часов? Ой, у меня 2, что ли. А, у меня часа 2. Ты знаешь, я же в Rocket Fury чуть-чуть играю. Вот, и я к ней побольше привык, а как мы сюда перелезли, я вот понял, что первый матч я вообще провалил нахрен. Потом получше, сейчас чувствую, что чуть привыкаю, но надо играть, конечно. Ну, к следующему турниру. Готов? Да. Ух ты, вытащил. А у меня показало, как будто уже это, знаешь, на стол прыгнул, а потом ты вытащил. Давай, твои. Ура, одно очко. Готов? Ну, это сетка была. Так, мои. Ладно, я понял. На самом деле, вот чуть-чуть подладивает, и я сверху не попадаю из-за подлага. А, в смысле, на твоей стороне? Ну, ага, сам-то для себя не должен подлагивать. Вот странно. Может, рефлекция или что-нибудь? Да, посмотрим. А, так. Давай антиалиазинг попробуем другой поставить. Так вот. Так. Давай вот так попробуем. Так, твои? Да. Блин, обидно. Мои.
Ох! Нормально, перекрутил. Ну-ка, вот так. Сейчас, сейчас, сейчас. А, ну да, второй попытки у меня не будет. Матчпоинт. Да, я также хотел попробовать. Блин, обидно. Вот я мог бы вытащить прям легко. Ну ладно. Так, 11-4. Так, есть скриншотик. Готов? Ух ты! Так. А. О-о-о-о. Твои? Да, перескрутил. Оп! Ну ничего себе! А как будто я попал, мне показалось. Ну-ка, я. Ах ты, ну-ка. О! О! Ага, ага. Давай еще разок так же. Давай, твои, по-моему. Твои. Так, мои. Ну, мне кажется, вот, если честно, поручение тут немножко нереалистично. А, ну я не знаю, я в последний раз как-то CS назад настоящий играл. А, я понял. Серьезно, никогда. Блин, ай, я так близок хотя бы к одной партии. А слушай, мне надо... А ты играешь в реальной жизни? Да. Ну я, по сути, только в реале играю. В виртуале я вот у меня... Ну, грубо говоря, вот я с начала турнира начал играть в этот, в Eleven. И еще у меня там часа 3-4 в этом, в Rocket Fury. Готов? Да. Чуть-чуть подлагнуло, по-моему. А, нет. Нет? Я просто промахнулся. А, окей. Хочешь? Давай твои. Твоя. Ай, обидно! Мои? Ух ты. Пора. Ай, блин, на кончик ракетки попал. Сейчас, ну все дергается. Да, давай, конечно, настраивай, как тебе надо. Блин, обидно. Твоя вторая. Сейчас. Угу. Все равно лагает. Да. Ну смотри, там это...
Ох ты, блин, кажется, попал, а не попал. Готов? Да. Блин. Нет, силушки богатырские кончились. Вторая. А, видно. Мои? Блин. Твои? А, нет. Мои? Блин, сам себя переиграл. Обидно, обидно. Ну, в некоторых моментах, в общем-то, был шанс, да? Ну да. Ну, если вот, ты часов тоже наиграешь, то не хуже. Ну, я уверен, что я разыграюсь еще, то есть ты меня не сбрасывай со счетов. Я еще разыграюсь. Ну, это вроде бы последняя была, да? А, да. Вот, то есть получается 6-0. Поздравляю тебя с победой. А, спасибо. Вот, ну тогда это, если будет потом желание там потренироваться, тоже пиши, как со всеми поиграем. А, хорошо. Вот, ну все, тогда счастливо. Удачи. Все, давай, пока, пока, до связи.